получается, я не буду с ним общаться. Блин, слушай, давай сделаем так, чтобы мой Новый год был просто потрясающим. Давай еще поэтому посомневаемся во мне. Нет, почему? Просто... Ну, почему ты это говоришь? Ну, просто такие подводки уже второй день. А я как с этими подводками? Никак, пока что. Можешь без меня тогда отметить? У тебя отметить? Без меня, кого может тогда отметить? А, еще раз, слушай, что ты куда-то где-то в другом месте отметил. Нет, ну раз ты так переживаешь, я могу испортить твой Новый год. Я не переживаю. Я просто тебе об этом сказал, что давай пусть Новый год пройдет классно, пожалуйста. И все. Я что сказал, что ты его можешь испортить? Нагнетание.